Работаешь в такси и платишь аренду за чужое авто? Лада седан, баклажан. Есть идея получше. Электромобиль. И ты можешь получить его прямо сейчас. Программа «Эколизинг» поможет тебе в этом. Первый взнос всего $3099, и он твой. Здравствуйте. Здравия желаю вам. Александр, как ваше ничего? Что надо? Что надо? Вы знаете, спросите, как ваши дела. Вам надоело работать? Нет, абсолютно. Ну тогда объясните мне цель остановки, причину, согласно закону. Цель остановки. Есть такое транспортное средство, которое находится в ориентировке. Я же не поленюсь пойти на пост и посмотреть ориентировку. Они мне даже сфотографированы. Я не поленюсь пойти с вами. Вы же знаете. Они сфотографированы, сожженную часть. Я понимаю, я говорю, я не поленюсь сейчас пойти это проверить. Либо что-то вразумительное придумайте, либо я сейчас реально пойду это все проверять. Саша, вы в плохом настроении. Я хочу знать, что вы меня останавливаете. Вам надо денег дать или что? Вы стоите 10 метров от границы с Россией. Что вы тут ловите? Вот что, кого вы тут... Чем вы можете что-то здесь обеспечить? Для каких целей вы останавливаете кого-либо? Я сейчас что-то нарушил? Ехал как-то не так? Если глобально по закону? Да, глобально, что значит глобально по закону? Если сейчас будет говорить то, что данный дорожный знак стоит не по ГОСТу. Какой? Временный. Стоп? Да. Вот этот стоп ваш? А можно поинтересоваться, какой целью здесь стоит знак стоп? По распоряжению управления внутренних дел. Я же опять же не поленюсь сейчас пойти на пост и посмотреть схему поста, где этого знака стоп нету. Вот не поленюсь сейчас пойти людям показать всей Украине, что его тут нету. Саш, можно я вам пожелать всего? Нет. Я хочу понять, с какой целью. Вот тогда, если вы говорите глобально, какая была цель остановки? Реальная. Вот реальная какая? Ну раз не по закону, реальная. Чего ты хотел? Чего хотел остановить? Для чего? Чтоб что? Чтобы просто с вами поздороваться. Ты же знал, что это я еду. Вот для чего останавливал? Честно, не знал. Подошел, узнал. Хорошо, для чего останавливал? Вот машину для чего ты тут стоишь, останавливаешь? Можешь ты вразумительно объяснить, раз ты уже такой честный, глобально по закону, вот ты махал жезлом для какой цели, чтобы что хотел, вот что хотел от водителя, который выезжает вот через 10 метров в Россию, что ты от него хотел? Честно, скоростной режим немного был, так преувеличено, тут люди бывают просто выходят так на дорогу, разговаривают. Нормально? Телефон. Нормально он лепит? Какой все, скоростной все режим? Вот пойдем сейчас отмотаешь на камере на своей, вот возле поста, и мы посмотрим, с какой скоростью я ехал. Вот ты даже врать не умеешь. Херню одну придумал про ориентировку, вторую про скорость ты придумал. Как ты эту скорость определяешь? Вам что, вернули уже измерители скорости? Нет. Я скажу, что ты хотел. Хотел ты лоха какого-то здесь найти за рулем. Может, иностранца перепуганного, может, еще какого-то чмыря, которого можно на выезде из Украины раздуть. Потому что он то сейчас свалит, и все, и вопросов никаких не будет. Жалоб не будет, искать никто не будет. Вот что ты хотел. Это все реально понимают и знают. Ты стоишь мне и лепишь эту ерунду. Скорость, ориентировка, какой-то бред. Не надоело так работать в полиции? Вообще не надоело быть таким полицейским вообще никчемным? Вот скажи честно, тебе самому, ты молодой пацан, тебе самому по кайфу вот заниматься этой херней? Скажи честно. Какой? Вот тот, который ты занимаешься, тебя поставили на госслужбу, дали тебе форму нормальную, значок, дали тебе обмундирование, ты стоишь и все равно ты ищешь лохов, чтобы разводить. Цель твоей жизни вообще никчемная, объясни. У меня ни настроения нету, у меня на вас вообще не то, что сил нету. Если бы была моя воля, я бы вас всех запаковал и депортировал бы. Хотите в Россию, хотите в Белоруссию, хотите в Америку, куда? Валите с этой страны, не мешайте людям жить. Приходите во власть. Хорошо, когда вас всех я искореню, обязательно подумаю, чтобы пойти во власть. Как зовут тебя, чтобы просто все тебя знали? Дима. Есть фамилия у Димы? Мельниченко. Служи, Дима Мельниченко. Счастливо. Дай посмотреть.